Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики и все те, кто смотрит сейчас мой канал. Сегодня речь пойдет об ежевике садовой. Ежевики садовые у меня очень много сортов. Есть и колючие, и не колючие, и сортов очень много. Но я что бы хотела сказать, сейчас я начинаю ежевику подвязывать. Вот посмотрите, что я делаю. Я вбиваю два кола с одной стороны куста и с другой стороны. Ну, все зависит от того, как мне хочется расположить ее. Я буду располагать как бы по периметрам. Ну, так, чтобы оно было в круговую, чтобы мне было удобно ходить, поливать, собирать ягоду, подойти к другим деревьям, кустарникам. Вот сейчас мы стоим возле одного куста. Это трипл краун у меня, ежевичка. Значит, что я хочу сказать. Вот я вбила два хороших, скажем так, кола, я так считаю, кола. Ну, это вот эти брусья такие. К брусу я еще прибила один. Это старые плинтуса. Ну, не важно. Важно то, что я прибила еще поперечную планку. И теперь начала подвязывать. Но я же обещала рассказать и показать, как все это я вообще делаю. Так вот, друзья, прежде чем все это дело делать, надо хорошо посмотреть куст, ветки, которые остались. Вот смотрите, как бы ежевика на первый взгляд вся зелененькая, все почечки у нее начинают вегетировать. Но хорошо присмотревшись, мы видим морозобоины. Вот посмотрите, вот одна, вот вторая морозобоина. Эти ветки вообще засохшие. Вот морозобоина. Это похоже там, где все-таки оставалось открытое. Не полностью шифер закрывает где-то. А может быть, и лед проходил. Ну, не знаю почему. Факт в том, что есть морозобоины. Ну, что бы я хотела сказать. Вот эта морозобоина, пока я трогать ничего не буду, обрезать ее не буду, потому что, как видите, она не полностью. Здесь вот один край у нее вроде бы хороший, не совсем сухой. Поэтому почечки у нее, я гляжу, там зеленые. Я трогать не буду пока, если она, конечно, сама не засохнет. Вот. Вот на этой ветке, например, я завязала. Здесь вот хороший, здесь ничего нет, ничего не побитого, ничего. Вот, что же дальше у нас? Дальше у нас, вот смотрите, как я подвязываю. Конечно, самое лучшее бы дело поставить ее вертикально и подвязать к высокой такой шпалере. Но вы представьте себе такую высоту, вот если здесь примерно метра где-то 2,5. Ну, во-первых, как ее собирать? Это все равно, что вот высокое дерево, да? Поэтому я делаю все это вот таким образом, наклонно. Привязываю в одной стороне сначала, вот как здесь. Вот привязала центральную, потом привязала еще веточки и так далее, чтобы они при тяжести урожая не могли поломаться. Причем привязывать не надо плотно, чтобы было ветки куда еще гнуться, и чтобы она не сломалась. Что же нам теперь надо сделать? Нам надо удалить те ветки, которые у нас... Те ветки, которые у нас повреждены. Вот смотрите, это сухая, с нее уже толку не будет. Нам ее нужно совсем обрезать. Совсем. Вот мы ее обрезаем. Не жалея нисколько, потому что смысла никакого нет. Что дальше у нас идет? Вот смотрите, это тоже сухая ветка. Мы ее тоже обрежем. Еще одна. Вот обратите внимание. Вот смотрите, здесь очень сильная морозобоина. Причем она у нас с обоих сторон. Это факт, не будет делов. Поэтому мы обрезаем поживую почку. Вот так. Так, смотрим теперь это. Ну, это можно, может быть, пока... Нет, я думаю, я ее все-таки удалю вот таким образом. Вот. Не буду жалеть. Что есть, то есть. Ну, что теперь ее жалеть? Смысла нету жалеть. Что дальше? Вот эту ветку я пока уже говорю. Почечки здесь очень хорошие, не подсохшие, ничего трогать не буду. Вот эта веточка у нас прямо хорошая. А вот эта ветка, друзья, обратите внимание, посмотрите, как повреждена сильно. Видите, вот огромное такое у нее пространство. И почечки как бы уже сухие, они не будут действовать. Поэтому мы
уберем ее. Вот до сих пор. Вот до... Там нет у нас почки? Нет. Вот до почки, до живой. Оставим 2 сантиметра. 1,5-2 сантиметра. Левой рукой неудобно резать. Вот таким образом. Мы ее потом вот эту подвяжем. Эта веточка у нас хорошая. Мы можем ее подвязать. Ну, вот здесь, в краю немножечко она тут примерзшая. Видите, друзья, даже укрытые ежевики и то повреждены. Значит, что мы делаем вот с этими веточками? Их бы можно было обломать, но я бы вам этого не советовала делать. Почему? Когда вы будете обламывать, вы можете повредить кору. Поэтому я, собственно говоря, это обрезаю ножничками. Сейчас я покажу, как я это делаю. Ну, я думаю, это не настолько уже важно, кто как делает. Вот ножничками обрезала и все. Все эти веточки, листочки прошлогодние, они не нужны. Просто не нужны они нам. Вот таким образом. Левой рукой. Очень неудобно, друзья. Ежевичка начала уже просыпаться. И так до самого конца. Я уже на других так сделала. Я просто показываю, как я это делаю. Левой рукой очень неудобно. Теперь вот эти все веточки я подвяжу так, чтобы они вроде бы и друг другу не мешали, но и не мешали мне ходить. Вот посмотрите, здесь у меня дорожка, как видите, да? И мне, чтобы ходить, ведь это не все, это же начнут расти ветки. Они начнут и вверх, и вниз, и все. Но мы еще в процессе потом будем подвязывать, чтобы они нам не мешали. Поэтому сейчас я вот подвяжу и вам примерно покажу, что получилось. Там у меня вот два куста уже есть подвязаны, я сейчас вам покажу. Два куста, не куста, а кустика, надо сказать. Так, молодые кустики. Вот, посмотрите. Здесь я уже подвязала. Вот. Точно так же, как видите. Это вот низкорослый, поэтому подвязанный вот таким образом. Ничего страшного, что они тут так. И можно подвязывать каждую веточку отдельно. Ну, я этого не делаю, потому что мне, как видите, очень много ежевики. Если я буду каждую веточку подвязывать, я буду ее подвязывать до следующего года. Вот примерно вот таким образом, как видите, все я вот так подвязываю. Здесь вот, как видите, вертикально, не улаживалось, потому что не очень высокая. А там, где высокие побеги, конечно, сделать так, ну, проблематично. Ее будет просто потом проблематично рвать. Конечно, в идеале лучше всего это все-таки прямая шпалера. Ну, вот таким образом. Ну, вот сейчас я подвяжу совсем и покажу вам, что получилось с этого куста. Ну, вот, друзья, я... подвязала. Я вот хочу сказать вот об этой ветке, которая, вот видите, вверх торчит. Не нужно ее стараться нагинать, так как вы можете ее поломать. Еще здесь у меня вот есть маленький кустик, прямо посередине вот моей опоры. И я, как видите, его тоже привязала к небольшому колышку, чтобы мне он не мешал, он этот кустик не мешал ходить по дорожки. Итак, друзья, я подвяжу всю ежевику, которая у меня есть, и потом выложу это видео, чтобы вы его увидели. Это, конечно, будет не сегодня, скорее всего, это будет 2 дня, потому что не так быстро это делается. Вот. Но я вот хочу сказать, что вот кустарники я уже все, как видите, подвязала. Вот смородина у меня вся подвязанная, как видите. Вот и белая, и черная, и красная смородина. Так что осталось мне подвязать ежевику. Вот. Ну, с малиной пока не знаю. Может быть, подвязывать буду, может, не буду. Посмотрю, как оно там получится. Вот такие дела. Как только я подвяжу всю, я вам обязательно покажу, как у меня получилось. Ну вот, друзья, сегодня уже 15 апреля. Я подвязала кустарники. Вот на этой стороне у меня уже порядок. Подвязала кустарники, подвязала ежевику. Посмотрите, что
Какие важные моменты в ежевике? Ну, во-первых, надо иметь в виду, что ежевика, из каждой почки вырастает ветка, а потом на этой ветке вырастают уже цветы. Поэтому, когда вы подвязываете ежевику, имейте это в виду. Ну, конечно, самый лучший способ подвязки ежевики – это шпалерный. У меня приходилось подвязывать и вот таким моментом, вот кустарники, потому что, ну, нету здесь места подвязать по-другому. Вот у меня здесь кустарники смородины еще, не только ежевики. Вот ежевика подвязана шпалерным образом, вот я хочу показать. Вот видите, это уже шпалера идет. Так, вот в круговую, надо забрать грабли, а то буду искать потом. Вот здесь вот никак нельзя было подвязать к этой шпалере, и сделать другую шпалеру тоже мне смысла не было. Почему? Потому что тут рядом у меня вот кустарник смородины. Поэтому я вот просто три веточки связала вместе, они начнут расти ветки, и, как говорится, мешать не будут, ничего страшного нет. Вот посмотрите, как у меня получается. Видите, у меня есть дорожки, и вот когда я буду ходить по дорожкам, мне не будут ветки лезть в глаза, потому что я подвязала их так, чтобы они мне не мешали. Это второе. Что еще? Ну, вот есть у меня ежевика, рядом с ней малина. Мне пришлось подвязывать их тоже вместе. Малина у меня штамбовая. Есть у меня еще вот здесь вот куст ежевики. Ну, вот я его подвязала вот таким образом. Я считаю, что это будет тоже вполне нормально. Я уже так подвязывала, поэтому страшного ничего нет. Там вот у меня всего две ветки. Это новая у меня ежевика. В прошлом году посажена, но, к сожалению, она оказалась не красная, как обещали, а черная. Так, что дальше? Вот интересно подвязана ежевика. Квадратом, как видите, со всех сторон. Ну вот, посмотрите. Вот, видите, как бы квадрат. Этот квадрат вот подвязан так, чтобы было удобно. Здесь у меня рядом айва, поэтому там, где айва, веток ежевики нету. Они на другую сторону подвязаны. Этот вот кустик должна была забрать сестра, но не приехала. Так, тут у меня есть колючая. Это ежемалина. Тоже я сделала ее квадратом, чтобы было удобно за ней ухаживать. Она очень колючая, я вам хочу сказать. Из-за этого она мне не нравится. Но вкус у нее, конечно, очень хороший. Ну, вот таким образом я еще раз покажу, как этот у меня подвязан. Вот, сейчас я отойду дальше. Вот так вот. Квадратом подвязанным. Думала, что буду два дня работать. Ну, как видите, вчера начала, сегодня закончила. Тут вот у меня возле яблонь, я вчера показывала, здесь у меня вот так вот подвязано. Здесь вот у меня получилась беда с ежевикой. Лежала ежевика, и мыши сделали себе здесь лежбище. И эта ежевика сильно пострадала. Они ее обгрызли, ну вот чего от нее осталось. Ну, хватит, сколько есть, боже мой. Так. Кустарники я уже показывала, смородины, крыжовника у меня окольцованные, так удобно будет. Ну, вот таким вот моментом у меня подвязана ежевика и кустарники все. Сейчас я еще покажу, у меня есть наверху ежевичка. Тут вот у меня есть ежевика. Двухразовая, скажем так, она плодоносит на побегах прошлого года и на побегах текущего года. Ну, вот эти побеги отплодоносят, и потом она будет плодоносить на побегах, которые будут расти в этом году. Есть вот у меня еще одна. Ну, я так думаю, что это ежевика зимарина, тоже очень сильно колючая. Я ее вот просто связала кустом, потому что тут у меня будут помидоры, и мне нужно, чтобы был проход. И вот ежевичка, которую я еще не знаю, на первый год будет плодоносить у меня. Посмотрим, что это такое. Ну вот, дорогие мои друзья, я вам показала
что и как я подвязала. Остался виноград. Виноград, конечно, я буду открывать позже, когда я уже буду знать, что мороза не будет. Ну, может быть, на следующей неделе я его открою. Вот, пока не буду. Пусть еще к концу недели, скорее всего, успею. Вот такие дела. Это, мои дорогие друзья, я это видео заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Ставьте пальчик вверх. Лайки. Спрашивайте, если что-то вам непонятно. На этом до свидания. Всего вам доброго.